УАЗик классный, да? Смотри, нулевый вообще. Я такой купил 1030. Вот этот военный УАЗик должен заехать без всякого. Там перекосы. Вот сюда вот я посмотрю, как он будет заезжать, если он поедет сюда. А вот туда он должен заехать. Он уже неправильно все делает. Не, если он туда сейчас поедет, я думаю. А у него труба целая. Все на месте. Все на месте, но лучше не стоит. Я разгон что-то поделать. Все нормально. Чего не оторвало? Да просто грязь сбил, да и все. Так же трубой, как и я. Только назад сильно катишься. Смотри, он короткий, назад не сделал. Тормоза не забывай нажимать. Так это не нужная часть вообще. А знаешь, просто горка была, вот все ямки наверху, они ему помешают. Где я? Там у него военный машин, все равно. Вот смотри, простой мост вынесет уже быстрее бухнет, а вот на военный машин так заметить начает. Там у него все, он тут. Давай! Согласен. Газу! Я звоню, никто не берет. О, Сурс приехал. Ты смотри, сегодня сборище. Тойота. Нормально, нормально. Ну, ничего хорошо, не задевай. Посмотрим, как вверх поедет. Вниз-то, конечно, классно. А где ключи от машины? Она там внутри, да. Разворачивайся. У него мотор 2. Нормально, Юр, ничего не задевает. Слушай, он не буксует, едет. Как это на стандартных шинах? Это что за дела-то? Он бы хоть буксанул, хоть разок где-нибудь. Это... Нормально, Юра, ничего не задевает. Бампером не задевает. Диагоналка. А? Диагоналка. Слышал? Бампером не задеваешь. Тебе... Говорю, диагоналка. А тебе с разгончику не хочется попробовать? Небольшого. Не, смотри, Юра. Юра, Юр, ты сейчас на первой? Это? Ты на первой сейчас? Как-то, подожди. Нет, подожди. Водитель, конечно, стоковый, но не дурак. Серега, продолжай обрабатывать. Интересно было. Нет, на второй. Мне кажется, ты на первый сейчас едешь. Так, ударится, ты не ударишь. Ударится, ты не ударишь. Серега, отходи. Еще чуть-чуть и нормально заедешь.
Надо же ей косточки размять, она же новая, надо, чтобы у нее что-то... Все пошевелилось. Ну. Давай. Может, где-нибудь в другом месте дигоналку поедешь? Не, разгоняйся. А? Я уже понял, что водитель не дурак, все, ладно. Не, ну а смысл? О, отлично. Хайлюкс, супер машина. Шланга нету точно. Опытный водитель так должен делать. Саня, мы же когда на эту ночь ездили, мы же не напрямки в камни не долбились, я же их объезжать старался. Так-то если что. Поэтому Юра правильно говорит. Он, видишь, он правее берет, видишь как? Ну это не диагоналка, это чуть-чуть наклон, это чуть-чуть это, то есть. Молодец. Как вы говорите? Как мы говорим? Вот Саня как-то говорит. Вот смотри, вот и все, нафиг Ташкан, да? Восьмерка. Нифига себе, вот. УАЗики, блин, хайлюксы. Вот, блин. И номер ТТС 707. Пошел, сразу. Ты хочешь заснять какой-нибудь вид? Да. Сань, приближай. Цит, блин. Все, чуй, ну он как... Вадик, бак пробили, бензин сработать не могут. Сейчас медленно. Суслику норку там только не перекопай, бедному. Интересно. Я тоже, наверное, блок спорт поставлю назад. Поставь. Его подними выше. Все трубы оторвешь. Тебе жена делает, говорит. Колес начинает. Ходочек, третий. Я думала, они где-то застряли в горах. Они пани, да? А, так это там возит этот, как его? Там не сам человек наблюдает. Да, конечно, нет. Ты что, кого посадят? То есть на такой... Там робот. Менеджер. Так то же самое. Разводят? Вот еще один. Да? О, вот это мощный такой, да? Фигуры разводят людей, да? Зачем кроссовер покупать, чтобы ездить? Вот, вот да, вот по таким местам. Нет, ну знаешь, вы раз, может, раз в жизни купить где-то. Ой, смотри, что делает. Это он специально. О, Саня, это суперкадр. Это называется качели на гламурном внедорожнике. Простите меня, зрители, у кого есть Санта-Фе, Хюндай, но, блин. Красиво, конечно, со стороны смотрится. Особенно, когда машина в цветочках-то. Качается. Она нам сделала ручкой. Если бы он вот так вот заехал туда. Ну, в какой-то конторе. Ставить начали. Три, говорит, поставили, у тебя почему не работает?